здравствуйте, друзья. Разговаривал тут с ребятами по телефону. Они жили какое-то время в Юте. И что-то им там, ну как-то климат, что ли, там не понравился жене его. Ну, в общем, едут они в Калифорнию. Они в Калифорнии до этого тоже жили. И вроде им тут нормально. В общем, едут в Калифорнию. И родилась у меня после этого разговора поговорка. Я, знаете, люблю сочинять, ну, не то, что, знаете, они сами рождаются. Поговорки, пословицы народные там всякие, такие вот. У меня по тестированию было много. Например, когда я школу только начал, я, знаете, в контексте советских лозунгов, там была такая, как там, они все время там с пятилетками, пятилетка качества там, что-то рабочую, пятилетки качества, рабочую гарантию, что-то такое вот у них было. Ну и я первую свою сказал, что качество американского софтвера, русскую гарантию. Вот это у меня была первая. Потом я так уже присмотрелся, что происходит. И у меня была превратим юзеров-абьюзеров в тестеров-молестеров. Значит, ну а последнее я потом перестал этим заниматься, потому что как-то не туда повело. У меня такая была: лучше тестировать стоя, чем юзать на коленях. И тут я понял, что это не то. В общем, надо прекращать. Могут не понять люди. И вот, возвращаясь к этой теме, сегодня, вот поговорив с ребятами, которые движутся из Юты в Калифорнию, я подумал, вот, знаете, родилась пословица сама. Я даже не пытался, оно как-то само раз и выскочило. И звучит оно так: не всякой Анюте понравится в Юте. Вот. Потом я подумал, что штатов-то у нас 50, друзья, 50. И подумал, может быть, из меня что-то с легкостью выскочит о другом каком-то штате. Ну, знаете, как-то оно не пошло вот так, как мне бы хотелось. Ну, вот, допустим, из меня вышло такое там: привыкший жить на зоне, привыкнешь и в Аризоне, и к Аризоне. Понимаете, но что-то, я не знаю, оно с одной стороны негативное, с другой стороны, а почему на зоне, и что общего у зоны с Аризоной, кроме рифмы? Вот, или там, допустим, у меня сразу начинается там, там Айдахо, да, ну здесь говорят Айдахо, ну допустим, Айдахо, получается, дать маха, или там Амаха, дал маха, маху, и в общем, что-то такое, знаете, я хотел вас привлечь, вот к чему я рассказываю, хотел вас привлечь, и чтобы мы про все 50 штатов в комментариях, а потом я зачитаю наиболее удачные, но приличные, это существенно, но приличные такие, ну, произведения поэтические. Вот. Это, я думаю, это будет определенным вкладом в иммигрантскую такую копилку, то есть мы опишем разные штаты поэтично, и так будет запоминаться хорошо и так далее. Напоследок, раз уже мы там Амаху и Далмаху и там что-то такое, да, мы считаем, что произношение может быть как русским, так и американским, английским, да, Омаха, Амаха, там, нет. Я вам расскажу под конец анекдот, тоже вот навеяло, пока я думал на эту тему. Значит, анекдот такой: приходит жена домой и говорит, ты знаешь, говорит, Абрам, я, кажется, сегодня дал Амаху. Тот говорит, а что этот мах, какой-то большой начальник? Она говорит, нет, ты неправильно понял, я потеряла 10 рублей. Тот говорит, это уже лучше бы ты дала маху. Вот такой вот простой, легкий анекдотец. И, друзья, не в этом ключе, абсолютно не в этом ключе, а вот в том, как я уже описал раньше, мы с вами включаемся активно в конкурс. Он даже не конкурс, хотя, может быть, мы как-то вот, может быть, минуту славы такой можем, да, там, объявить, вот такой-то придумал вот такую замечательную вещь. Вот минута славы на канале «Голос Силиконовой долины». Вперед!